Здравствуйте, друзья! Наконец-то дошли руки записать видео по прошкам второго поколения. В такой коробочке они идут. С отрывными стикерами, как оригинал. Без пленки. У меня есть открытые. Давайте сейчас посмотрим, что там внутри. Значит, инструкция, как обычно. 4 штуки. Кейс в плотной пленке с гравировками. Так выглядят сами наушники. Кейс уже идет под веревочку. Тут отверстие. Динамики. Звук, кстати, издают при постановке на беспроводную зарядку, на проводную. Так, что тут внутри у нас? Так все это выглядит. Гравировки. В наушниках также гравировки присутствуют. Так. Давайте попробуем подключить. А, кстати, по комплекту еще. Опять же, картонная ванночка. Провод Type-C на Lightning. И эмбушюры. Что тут изменилось? Тут теперь 3 комплекта запасных. XS, S и L-ка. И M-ка стоит уже установлена на наушниках. Давайте попробуем подключить их. Айфону. Всплывающая анимация. Подключить. У них полная поддержка iOS 16. Сейчас подключим. Слышали звук подключения? Так. Подключаемся. Siri не сейчас. Готово. Все, они подключились. На анимации также уже присутствует отверстие для веревочек. Все как положено. В настройках что у нас тут получается? Отображаются наушники. Ну, как в оригинале, в принципе, все. Имя, прозрачность, шумоподавление. Это все работает. И работает хорошо. Также настройки. Автообнаружение уха. Настройки микрофона. Оптимизированная зарядка. Можно включить, выключить. И также серийные номера на правом, на левом наушнике, на самом кейсе. Давайте попробуем протестировать микрофон. Так. Что-нибудь попробуем записать. Достаем наушник. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона AirPods Pro 2. Так, отключим Bluetooth. Громче звук. AirPods Pro 2. Ну, в принципе, вот так вот, ребят. Кстати, на этих наушниках еще присутствует регулировка громкости тапами. То есть такими вот свайпами можно менять громкость наушников по вот этой ножке. Сейчас покажу, как это действует. Надо их заново подключить. Сейчас мы включим Bluetooth. Так. Ну вот, смотрите, допустим, берем левый наушник и делаем тише. Видите? Звук уменьшается. И также звук можно увеличить. Ну, тут нужно привыкать. Но это все работает. Ну и также тапами можно
переключать треки, как обычно. Вперед, назад, ответить на вызов, завершить вызов и так далее. Вот такие вот, ребят, наушнички. Хорошего вам дня и настроения.